Пишу книгу о нашем районе, пишу о том, как район процветал. Пусть сложно было, но мы встали на ноги. Кто думал, что на этом месте будут многоэтажки? Бывший бухгалтер Айдос Аттарханов сегодня пишет очерк о становлении Тарарского района. Долгое время почетный аксакал жил на съемных квартирах. В канун Нового года с ним произошло настоящее чудо. Ветеран труда получил долгожданную двухкомнатную квартиру. В новый дом заселили 180 семей. Это очередники, среди которых ветераны, великоотечественные, труженики тыла, госслужащие и многодетные семьи. Жилье по госпрограмме арендное. Максимальная сумма оплаты 5000 тенге. Мы уложили в сроки. Главное, что к началу холодов жильцы были в тепле. Теперь планируем построить еще несколько многоэтажек. Деньги уже выделены. В районном акимате нам рассказали, что это только первая ласточка, впереди строительство еще 10 домов. С местом возведения многоэтажек уже определились, названа и дата начала работ, конец этого года. Мы хотим построить еще больше домов, у нас рождаемость большая, жить-то где-то надо. Очень много специалистов едет к нам в район, планируем отстроить инфраструктуру. Газ ждем в этом году, поддержка есть, работа идет. В Тарарском районе планируется построить несколько микрорайонов. Территорию уже выбрали. Теперь главная задача – благоустроить ее, а именно построить детские сады, школы и проложить дорогу. Все работы по плану завершатся через 2 года. Шудин Саидов, Амантай Эльбеков, Камил Сайфуллин, информационная служба телекомпании «Утра».